вот именно по психофизиологии и более того по нравственным качествам дать тебе силу или не дать. Вон оно в чем дело. Поэтому. Дать, не дать. Вот сейчас. Знаешь, и еще одно. Если напрягаешься силовое, это одно. Сил, ну это и хрен знает сколько сил надо иметь, чтобы такие веса там поднимать. Да, веса. Вот, силовое это одно, это и большие затраты энергии, и так далее. Если же ты напрягаешься совсем другим, то тут какие-то, конечно, идут другие энергетические затраты. Ну вот такого нету, чтоб, ну ты там видел, что это. Ну, вот я сейчас так при тебе похожу, пока ты. И в то же время я заметил, интересно, вот ты пошел на тон. Уже как-то, знаешь, эффект гораздо больше, нежели с 900. Даже ты не поднял. Но ты уже как-то на нее пошел. Психологические все-таки какие-то люди. Очень интересный хвеномен. Ну, сейчас попробуем. Наша задача попробовать вот именно умом и получить радость от этого. Это очень сложно, знаешь, перевернуть свою вот эту вот мыслительную деятельность с того, что ты должен поднять, как бы сказать, в уме, а ты не поднимешь вот так и сяк, и пятое, и десятое, а просто тут от тебя, значит, вот напрягись и получи радость. Насколько ты готов к получению радости и так далее, и тому подобное, ну, может, тебе как-то и дадут. Либо не дадут. Да, с этой позиции надо самим собой общаться все-таки. Вот. Где-то подбадривать, где-то успокаивать. Ну, сейчас попробуем. И вера, понимаешь, и еще тренировка веры, что ты поднимешь, это совершенно иная, понимаешь, задача. А веры-то нету. Отсюда и результат соответствующий, грубо говоря, на 900 килограмм там, ну, на руках. Вот. Вот так вот, вот сюда. Вот я нашел эту точку приложения, да. Представляешь? Есть! Я бы не сказал, что какое-то напряжение было. Да? Вот это уже, извини меня, так сказать, за хвастовство, высший класс. Ни разминки, ни хреминки, ничего, пошел. Трес. Нет, супер, молодец. Вы понимаете, в вот один момент. Высший класс. В один момент прямо я почувствовал энергию, аж прилила, я думаю, вошла она. Ну дай бог. Вот это высший класс уже, видишь. А так, ну я же знаю, вот допустим, раз, другой, третий, ты напрягаешься, рожа красная там. Она бывает пойдет, а бывает ни хрена не пойдет. Ну что, отлично.